17 листопада минулого року 56-річний мешканець китайської провінції Хубей, попередньо від Кажана, підхопив ще нікому незнайомий штам вірусу. Лікарі Ухані офіційно констатували появу COVID-19 вже у грудні 2019-го. Яка обстановка зараз із вірусом? Чи з'явилися нові протоколи лікування? Будемо говорити про це із нашою гостею Ірина Китова, заступниця медичного директора Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова із акушерсько-гінекологічної допомоги. Доброго вечора, наші гості. Добрий вечір. Яка зараз ситуація з вірусом? Начну от прям в лоб вопрос. Количество пациентов не уменьшается, а увеличивается. Вот только за сегодняшний промежуток, да, день, мы приняли уже 11 пациентов. Подтвержденных или подозрений? Нет, у нас 3 пациента поступили с подозрениями. Мы никому не отказываем, принимаем всех. Угу. Потому что есть подтвержденная пневмония, ковидная пневмония на компьютерном томографе. Мы таких пациентов забираем и начинаем лечить. Угу. Соответственно, берем им анализ, тест ПЦР, подтверждаем. Угу. Что вы можете сказать? Вот сегодня много версий о том, что якобы мутировал уже вот сам COVID-19, и несколько видов разных уже ходит, гуляет. В связи с этим вот объясняют тот факт, что люди по-разному, очень по-разному переносят. Кто-то очень там легко, с небольшими симптомами, кто-то очень тяжело, и симптомы у всех разные, очень разные, да, бывают. По опыту, вот полгода, да, мы работаем с ковидом, две волны было, да, мы работали активно весной и сейчас. Это абсолютно два разных, можно типа, сказать, да, да, угу, типа. В первую волну достаточно легко переносили пациенты, и количество пациентов у нас было невысокое. Вот. То сейчас все пациенты тяжелые, у нас нет ни одного легкого пациента, который находится в ковид-центре. Все поступают, в лучшем случае, средняя степень тяжести, как правило, тяжелая. Вот только сегодня мы обсуждали на работе, что сейчас в реанимации находится 19 пациентов. Это больше на сегодня одномоментно лежит, чем прошло реанимационных пациентов в первую волну. Угу. Тяжелые, какие симптомы у них? Как выглядит средняя тяжесть и тяжелая тяжесть, дыхательная, да, недостаточность. Сказать. Эти пациенты кислородозависимые, тяжело кислородозависимые, и процент поражения очень высокий у всех. Вот яркий пример сегодня пациент, у которого в понедельник был компьютерный томограф 30% поражения, но клиника отрицательная. Он переведен к нам из другой больницы, я не буду называть какая, угу, да, сегодня, 2 часа назад. Мы сделали компьютерный томограф и 70% поражения. То есть за 2 суток, угу, такое ухудшение. Очень быстро распространяется. Очень быстро. Ну, вот смотрите, у меня в связи с этим вопрос. А как человеку определить? Сейчас там болеют очень многие, да? А человек там почувствовал определенные симптомы, там отсутствие запаха, вкуса, небольшая температура, возможно, там небольшая покашливание, да, и, как правило, сейчас врачи говорят, ничего особого там не пить, просто вот ждать дома, да. За это время, пока человек ждет и там пьет витамины, да, или что-то там иммуноподдерживающее, у него может развиться пневмония. Как вот этот момент, она вот, же себя... как его остановить, предугадать, предотвратить? Она себя проявит, пневмония будет, одышка беспокоит, угу, лихорадка, которая длится не 3 дня, да, это мы 3 дня пьем парацетамол, тоже за этим нужно следить. С какой температуры начинать пить парацетамол? 38. 38, и, до нет, да, ниже? Да, конечно, ниже не нет, и надо следить за дозой парацетамола, потому что, чтобы не вызвать почечную недостаточность, угу, то есть однократный прием это не больше грамма, и суточный не больше 3 грамма в сутки парацетамола, угу, а у нас же люди кушают парацетамол пачками. Это неверно. Или ибупрофен тоже там не больше там, 2400 миллиграмм в сутки. Угу. Надо правильно принимать жаропонижающие препараты. Потому что мы потом получаем пациентов не только с дыхательной недостаточностью, но и с почечно-печеночной недостаточностью. И когда уже поступает пациент с полиорганной недостаточностью, сложно, да, бороться, да, и что-то получить положительное. А вот какого-то препарата или там, я не знаю, серии препаратов, чтобы
предотвратить развитие пневмонии, если есть COVID, но без пневмонии? Есть такое или нет? Нет, все нет. Пьют, как положено, С, Д, цинк, да, там, угу. Препараты все стандартные, которые сейчас все грамотные, сами знают, сколько принимать. Антибиотики принимают, когда есть подтвержденная бактериальная пневмония. Просто так профилактически никакие антибактериальные препараты назначать и принимать ни в коем случае нельзя. А вот, кстати, об этом вы сказали, ковидная пневмония, и я так понимаю, что есть не ковидная, да, сегодня, ну, в том есть числе? Есть изолированная бактериальная пневмония, которая не связана с ковид, мы не касаемся, да, сейчас этой Это вот проблемы. То, что называют вирусная пневмония, да? Ковидная, она вирусная, но присоединяется бактериальная инфекция, и тогда уже мы лечим антибиотиками. Какой сегодня протокол лечения? Есть ли они вообще? Изменились ли они по сравнению вот с первой волной? Вот последний протокол 11 ноября вышел, 2583. Он несколько изменен, ну, как бы стандарт лечения, в принципе, тот же. На догоспитальном этапе пациенты что, пьют жаропонижающие препараты, витамин С, Д, цинк. А уже когда он становится стационарный, этот пациент, мы используем и гормоны, и низкомолекулярные гепарины обязательно, антибиотики. Противовирусные препараты – это ремдесивир, да. Угу. Идеальный, ну, его только в стационарных условиях, конечно. Идеальный вариант – это когда в первые 5 дней его применяют. Угу. Мы применяем очень многое во реанимационном отделении, видим положительные результаты. А очень много говорят об этом препарате, таких спорных достаточно мнений. Мы видим положительный результат у нас в клинике. Вот зарубежные, да. В основном, одни говорят, что да, закупают, другие, там, европейские страны, нет, он там неэффективен или там вреден, и, по-моему, даже в ООС говорили об этом, нет? Я могу ошибаться? Нет, он эффективен, когда его принять вовремя, то есть на ранних этапах. Когда пациент уже находится на искусственной вентиляции легких, да, мы там отчаянно боремся за этого пациента и применяем все, что можно, но нельзя сказать, что этот препарат неэффективен, просто поздно. Поздно обращаются пациенты, к сожалению. Есть у нас ряд пациентов, которые... Сейчас есть такой у нас пациент тяжелый, он на искусственной вентиляции легких, он уже 2 раза отрицателен. И по компьютерному томографу мы видим, что у него COVID перенесен. То есть он к нам поступил уже с осложнениями, к сожалению. И он такой крайне тяжелый, возможно, с неблагоприятным исходом пациент. Да, и родственники говорят, не хотел ехать в больницу, не могли уговорить, поздно приехали. Возможно, на этапе раннего лечения... Исход был бы другой. А вот протокол это наше министерство, да, да, разрабатывает, да, и, да, направляет. Да, они периодически пересматривают протоколы. И вот последнее. Поменялся это... сильно? Вот, нет, большие различия, нет, вот с нет, мартом в сравнении. Нет, 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 да? Тогда же не было ремдесивира, да, или был? Был, ну там же в марте, в июне у нас новый протокол. Был. Mm-hmm. Вот сейчас в ноябре. Но нельзя сказать, что поменялись, да, там сильно? Ну, там такие небольшие отклонения. Врачи отступают от протокола? Вот есть какие-то там индивидуальные ситуации, когда вот не будем применять? Вот принимаете решение о том, что не будем применять такое-то лечение, которое рекомендовано? Конечно. Ну, каждый пациент, он индивидуален, и мы подходим индивидуально каждому пациенту. Есть ряд препаратов, которые помимо протокола мы применяем. У каждого своя симптоматика, у каждого своя сопутствующая патология. Какие патологии вот, приносят, с какими патологиями пациенты с ковидом приезжают к вам? Вот кто тяжелее переносит, люди с какими заболеваниями? В кардиальной патологии очень много диабетов. Очень, и диабет. Да, это те пациенты, которые подвержены... Любой инфекции, конечно же, и COVID, это не исключение, и это самые тяжелые пациенты. Возраст? Абсолютно разный. Разный, да? Да. Если... Это правда то, что вот Степанов несколько дней назад сказал о том, что помолодел, и гораздо сложнее молодые люди, ближе к молодому возрасту, ну, скажем, там, средний и молодой возраст, стали переносить тяжелее, чем раньше? Очень много. У нас был самый молодой пациент, Ванечка, 20 лет.
Он находился 3 недели на искусственной вентиляции легких. Благоприятный исход. У нас все получилось. Но вот 20 лет, казалось бы, да. Но был крайне тяжелый пациент, который мог бы погибнуть. Он без сопутствующих заболеваний? Был без сопутствующих. То есть здоровый относительно, да, да, человек? Ну, он приехал уже в крайне тяжелом состоянии. А что с детьми? Вот тоже разные мнения. Одни говорят, детки там, ну, легче, чем взрослые переносят. Другие говорят, что сейчас уже вот много тяжелых случаев и с очень маленькими детьми есть. Мы как бы не касаемся детей, да, в нашей клинике. Взрослые пациенты. Ну, у всех у нас есть друзья, семьи, знакомые, где болеют дети. Ну, дети достаточно неплохо переносят ковид. А вот вы, медицинский работник, вы как считаете, нужен карантин, тот, который сейчас, там, частичный или полный вообще? Вот я за карантин. Что он дает, что он может дать? Отсутствие контакта друг с другом. То есть если бы сейчас, там, допустим, 2 недели полного локдауна, это могло бы там улучшить? Я понимаю, что ну, это только ваше мнение. Это да, мое скажешь. Мнение, я считаю, что да. Это могло бы, да, улучшить? Да. Контактные, все контактные люди передают друг другу инфекцию. Сколько у нас масса людей в транспорте? Вы посмотрите, кто носит маски в транспорте. А вот есть такое мнение, что ну, все равно все заболеют, все должны переболеть, про коллективный иммунитет. Он может быть, он будет. Ну, это мы так предполагаем. А на самом деле. А доказательств этому нет. Да, конечно. Но переболеть же можно по-разному. Поэтому, если есть возможность себя сохранить свое здоровье, то нужно действовать. А повторные случаи часто видите? Вот сейчас тоже говорят о том, что люди, переболев, заражаются повторно, то есть иммунитет нестойкий, недолгий, и вообще, если он, никто не знает. Да, были случаи повторного заражения, но мы же сами с вами только что проговорили, вирус мутирует, поэтому. Вы упомянули вот, название витаминов, да, я слышу эти 3 названия сейчас регулярно, и очень многие люди стали самостоятельно покупать эти витамины, ну, здоровые еще относительно люди, да, без ковида, и пить для профилактики. Это нужно? И я почему считаю, именно да. эти витамины? Почему вот... С, Д и цинк, прописанные в протоколе изначально, да, как только начался ковид, еще там март месяц, конец, да, было прописано, ну, как бы все эти пациенты, которые у нас находятся, дома принимали эти витамины, с ними же приезжают, вот, ну, они у нас прописаны в протоколе, мы им назначаем. И есть пациенты, которые ничего не принимали, помимо там какой-то интенсивной терапии, всем назначаем эти же препараты. То есть и средней степени тяжести, и тяжелым пациентам тоже даем. То, что можно заменить внутривенными инъекциями, мы заменяем, да, витамин С. Большие дозировки даем. То, что нельзя, мы в зонд. Это если это я говорю о тяжелых пациентах, которые на зондовом питании не могут глотать, да. Вот мы им даем в зонд их обязательно. А можно навредить, я не знаю, там, переборщить, нет. там, дозировку? Ну, это же вот витамин четко, его нельзя там пить больше, чем можно. Ну, мы больше, же даем ту дозу, которую можно. Нет, я имею в виду, если люди там покупают, купил там бездумно много всего и пьют, можно навредить? Не отвечу вам за человека, да, ну нет, я не думаю, что кто-то пьет там какую-то дозу непосильную. Что еще нужно иметь дома там для профилактики? Нужно ли иметь вот этот прибор, да, который меряет? Там... Пульсоксиметр, да, вы имеете в виду, который измеряет сатурацию, это насыщение крови кислородом. Бежать, покупать его вот, или нет? Мне кажется, правильнее вовремя обратиться к медикам. И тогда, потому что сейчас все накупили пульсоксиметры, дома себя лечат, кто смог, купил себе кислородные концентраторы и потом поступают к нам, будучи дома на кислороде, запущенные, крайне тяжелые, с поражением на компьютерном томографе 70+. То есть заболев и насыщая себя кислородом дома, да, концентратор не даст тот поток кислорода, который нужен. Опять же, вот каждый день у нас есть какой-то пример. Вот сегодня поступил пациент, который дома находился на кислородном концентраторе. Поступил с сатурацией 80 на кислороде. И родственники говорят, Ирина Владимировна, а как же так, он же дома был на кислороде. Дышал, да. Да не дает он тот поток кислорода. У нас централизованный есть
А что, что нужно? Нужно, сам этот аппарат работает каким-то другим образом? Что, почему так происходит? Нужно обратиться к врачу. Все, это закон. Да, да, там уже определяют. Со средней степенью тяжести, да, у нас тоже у нас закуплены кислородные концентраторы. Вот сейчас новое поступление, 130 концентраторов нам централизованно закупили. Вот, но там сатурация должна быть 88 и выше. А когда сатурация 80-70, надо централизованный, тот, который у нас в реанимационном отделении, нужны маски, высокая концентрация, а не носовые канюли. Всего хватает у вас в больнице вот, аппаратуры, медикаментов? Ну, Есть недостаток вот на сегодня? Или... Как бы, понимаете, мы же можем больница приобретать те медикаменты, которые есть в национальном перечне. Есть такой у нас национальный перечень. И часть препаратов туда не входит, и мы пациентов просим, они для себя приобретают. Есть врачам чем защищаться? Все необходимое? Сейчас есть, да. Все есть, да? Как бы, да, к сожалению, есть там высокие бахилы, шапочки, которые тоже не вошли в протокол. Ну, мы заложники ситуации. А вы ходите на работе вот в полной экипировке, да? В зону только так заходят, конечно. Если мы себя не будем защищать, мы будем болеть. Кто будет лечить пациента? Ну, уже очень много, вот то, что показывают там СМИ из разных городов Украины, то не везде вот врачи полностью там одеты. Ну, мы пока одеты, слава Богу. Все хорошо. Да. Ну, давайте тогда совет от вас, что надо делать. Вовремя. Чтобы... Мой самый главный совет – это вовремя обратиться за медицинской помощью. Не заниматься ни в коем случае самолечением. Мое настояние категорическое, моя, наверное, просьба ко всем людям. Вам помогут в медицинском учреждении, а сами вы себе только навредите. Ну и, может быть, в сотый раз или в тысячный спрошу, что нужно сделать, чтобы вот максимально себя уберечь от инфицирования. Соблюдаем обязательно масочный режим, соблюдаем дистанцию, не ходим в людные места. То есть ограничивать контакт? Абсолютно ограничивать контакт. Ну, успеем мы все сходить в рестораны, в магазины и развлечься. Чуть позже, а сейчас надо себя беречь. Беречь себя и своих близких. Ну, какой-то оптимистичный прогноз у вас, медиков, есть? Вот когда полегчает? К сожалению. До Нового года, после Нового года? Никто не знает? Я не думаю, что до Нового года полегчает, учитывая количество пациентов, которые сейчас поступают, а сегодня 18 ноября, да, я понимаю, что к Новому году их не будет меньше. Но мы надеемся на лучшее, на сознательность нашего населения, дай Бог. Спасибо вам, мы тоже надеемся на лучшее. Будьте здоровы, и спасибо. Все пусть будут здоровы. И вы берегите себя и своих близких. І ще раз дякую нашій гості. Ірина Китова, заступниця медичного директора Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, була у нашій студії. Говорили про епідемію ковіду. Будьте здорові, дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.